Командные и личные соревнования, музыкальная программа, общение, отличное бодрое настроение. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха прошла спартакиада Ларисы Лазутиной для воспитанников учреждений соцзащиты со всей Московской области. Кстати, мы на нашей земле Одинцовской уже не первый раз для наших детишек со всей Московской области проводим соревнования эти. И вы знаете, я вижу, как насколько им это нравится. Я думаю, что мы делаем очень хорошее дело все вместе. Лыжная гонка включала в себя забег на дистанцию 600 метров. По словам организаторов, специального отбора не проводили. Принять участие мог любой желающий. В этом году на лыжню зарегистрировалось 39 подмосковных организаций. В течение этой недели мы занимались усиленно, зная, что мы едем на такой знаменательный забег. Рано утром ребята встали, все были возбужденные, да, мы долго ехали сюда. Вот, и на старте они уже все светились. Спорт – это здорово! Сегодняшнее мероприятие, да, спартакиада Ларисы Лазутиной, оно стало традиционным в рамках программы «Зима Подмосковья». И мы очень благодарны за инициативу Ларисы Евгеньевны, что она приглашает наших ребят каждый год вот в этот парк. Ну, во-первых, нас стало больше. Спортивный праздник на Лазутинке объединил 170 ребят, неравнодушных к спорту и активному образу жизни. Участники зимней спартакиады получили заслуженные награды и подарки. Но главным победителем стала, конечно, дружба. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».